Да, вот я эфир делаю. Вот трое мужиков, четверо мужиков пытаются ломать мою дверь. Эти лобы знают. Шутостан, да. Бұнаке мөнді бүгінгі күнді түрді. Гел алшып. Бірді документті қолға көрсетпейді. Қолдарында қайсы МВД-ді немесі кенін көрсетпейді. Мен телефонымды қалға датшатта, үйге кірген датшатына кейін. Нет, вы сначала покажите документ. Нет, подождите. Покажите документы свои. Нет, сначала покажите свои документы. Нет, подожди. Давай, Гирерсу, мама. Вот, Гирерсу. Оператор. Можно? Документы, наверное, блин, четверо. Нет, почему? Телефон иди, либо добровольно выдаешь, либо... Дайте ваши документы. Я вам объяснил, я уже вашей матери представился. Вы сами кто? Вы сами кто? Вы, пожалуйста, в доме сколько человек находится? Трое. Все, пожалуйста, заповедите. Я уже представился. Ну, покажи документы. Вы телефон уберите? Вы телефон должны выдать. Вы телефон должны выдать. Откуда это? Может, ты бандит? Где Дима? Покажи. Вы телефон должны выдать. Вот, смотрите, я, например, вижу, да, то, что он майор. Нет, вы телефон. Я вижу, что он майор. Я вижу, что он майор. Дима, я вам серьезно, вы сейчас слушайтесь. Я во время обыска уже начинаю звонить. Нет, покажите. Вы добровольно даете телефон, нет? Я сейчас добровольно отдам. Сейчас даете, нет? Я сейчас вам все отдам, только вы мне должны предоставить свой документ, чтобы я его сфотографировала. Сфотографировать нельзя. Во время обыска проводится оперативная съемка. Да что вы сейчас говорите? Нельзя снимать, брат, я вот тебе говорю. Гирбилет, прямой эфир, да, был? Кушентеп, харбаган отшат, мы сейчас идем ко мне домой. Стоять, телефон надо. Азы берем телефон. Изымайте. Эмин, ну телефон надо. Телефон изъять. Не ломайте мои ворота. Не ломайте мои ворота. Телефон изымайте. Не ломайте мои ворота. Где? Где? Отмахнулся.